Всем привет, ребята, с вами я, Робин Лук. Сегодня я играю в Brawl Stars, и мы сегодня будем играть в... проходить миссии всякие, то есть одну миссию. Ну и, конечно же, сниму ролик. Ну и чё? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Вот если кто-то смотрит Роман Флоки, вот, он тоже снимает про это. Я его не рекламил, я просто вам говорю, что он тоже снимает, как и Подзи и все другие. Так, ладно. Чё-то я фигню несу какую-то. Просто хочется... Блин. Ну почему какая-то машина, какая-то маленькая штука меня выиграла? Вы никогда не замечали вот это? Кактус? То есть спайк. Давай, Кольт. Барли пока нас фигачит. Барли тоже хороший боец, но... С ним я вам не рекомендую встречаться, он может далеко вас убить. Как меня сейчас убьет? Джеки. Или это Джеки? Я запутался, кто есть кто. Да блин, пока. Стой! О, спасибо. Такой мини-подарок. Только за что подарок? А, ну пофиг. Я на просто поздравить хочу. Автор. Нет, 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 меня нельзя убивать. 26 хп, 26 хп. Фу. Мы выиграли. 2 минуты больше. Ну и что-то мало. Нам толком ничего не дали. Жаль. Ну, все равно хорошо. Так, подождите. А что у нас квест показывал? А, в парном столкновении. Парном всегда, короче. Можно сказать. Ну, парном. Я запутался. А по GTA 5 давно уже роликов не уходит. Я вам напомнить хочу. Вот такие, просто я, наверное, думаю, что вы там такие. А где ролики про GTA-то? Что-то снимали. Да, выложил там про яхту, как я обещал. 22 подписчиков мы не набрали. Короче, наберем. И какие наши, блин, времена. Сейчас подкрутимся. Вы расскажите пока друзьям про этот канал. А потом уже и будем, блин, и трансляции снимать. И будем уже общаться там прям на прямых трансляциях. Пока только начало. Каналу хоть, блин, уже дофига лет. Да. Она не выиграет Колет. А будет. Я не знаю. У Колет 6 банок, а она еще сильнее. Брал Старш. Ну спасибо, блин. Так, фигачим. Поэтому я вам говорю, расскажите реально про своим друзьям, а то... О, баночка. Это у него в паре Колет. Да, у него в паре Колет. Выиграй его. Давай. Не надо уходить. Пожалуйста, полюбишься, Вис, убей. Да, блин, ты ничего не смог купить, Колет. Я тебя ненавижу. А не, обожаю. Давайте там квест пройдем тогда уже. Не надо. Нафиг он согласился. Ну да, может подумаешь. Я советую Карлу играть лучше. Либо в поимку там за звезд.
А вот поимку за звезд. Поимку за звезд еще хорошо играть в этом. Вместе с кого там? Динамайком. Это что вообще было? Иди, я все равно буду играть, если ты хочешь. Тут кажись, ты меня нужен чем посильнее. А, блин, вот красавчик Кольт, и я, это мой самый любимый скин, но у меня его нету. Мы вместо его, у меня были гемы на него. Когда он вышел, я его хотел купить. Но мне не хватает. Короче, акция прошла, и на следующий день, там, пока его не было, я, короче, пришел в школу, мне сказали, типа, купи скин на Ниту, на медведя Ниту. Вот, ну я такой думаю, ладно. Купил скин, короче, на Ниту, и на следующий день выходит, вот этот Кольт, о, мой просто квест так быстро. На следующий день выходит Кольт, и мне просто не хватает гемов на него. И я сейчас просто боюсь, что скоро выйдет обновление, оно уже вышло, вроде бы. Нет. Наверное, да. Не помню. Вышло, наверное. Да, оно вышло. Я не знаю, блин, вроде бы что у него в промаркет заходил, там обновление. Но я еще не обновлял. Не, Карл, ты подохнешь. Потому что Биби сильнее тебя вдвойне. Карл, я с тобой больше не...